Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Medal of Honor. Так. Опции загрузки. Что у нас тут? Давайте. Загрузка. Продолжить. Сейчас послушаем, что нам скажут. Рождественское утро. Позиция союзников. Ну что, мы довольны? Адрианский лес. Спасибо. Так. Ты закрепись за перевалом, Бэнс. Ты и я перехватим отряд. Нам нужен здесь врач. Так, моя задача куда-то там перейти через поле. Слева. Ну подожди слева, я его справа все бомблю. Подождите. Твою мать, в чем секрет? Ну что, мы опять довольны? Спасибо. Нам нужен здесь врач. Так, первый готов. Минутку, что-то не понял, а где ты? Так. Документы. Вон там по-любому кто-то есть. Да я знаю, что ты там. Спокойненько. Вот так. Вот так вот. Oh.
Так. Куда именно? Что вам надо? Так. Надеюсь, попал. Так. А зачистите церковь. Хрен, пойми. Сначала они защищай. Вот так. Твою мать, а он меня с другой стороны ждал. Вот тебе и раз. А, еще есть. Вы взяли снайперскую винтовку. Это прекрасно. Так, надо валить отсюда. Опа. Принос там. Вперед, сержант. Зачистить отель. Вот еще выйти надо отсюда. Где выход? Танк, танк впереди! Ни хрена, так, ладно. Танк впереди. Где-то тут был танк. На. Вот так. Пока неплохо вроде бы. Сержант Барретт, сюда! Иду, иду. Твою мать, а почему эти двери-то закрыты? Сержант Барретт, сюда! Зачисти эту гостиницу, сержант. Вот перезарядимся, блин, есть аптечка? Аптечки нету. Превосходно.
Так, вот теперь можно и сюда куда-то. Ой-ой-ой-ой. Вы-то что тут тусовались, непонятно. О, зачистить отель, так я еще не весь зачистил. Кто-то где-то еще есть? Да? Кого-то я упустил. И он вот здесь вот где-то. Найти капитана. Сейчас найдем. Это по мне так? Вот кто меня долбил. Вот. Кто еще? Нормально. Так, хорошо. Это мои люди? Мои. Сержант Барнс, сюда! Отличная работа, сынок. Клёвый мы им подарочек на Рождество припасли. Барнс, бегом к зенитке и продырявь эту птичку! Так, сойдет. Отличный выстрел, сержант. Пора возвращаться назад. Ох, прекрасно повоевал. Ведут немцев. Моника.
Да, наступление было. Ой, мне сейчас среди каких-то придется кустов обитать. Берлин. Сердце Германской империи. 4-3. Думаешь, сегодня будет нашим днем? Кто знает, Сталин хотел взять Берлин еще в прошлом месяце. Да ему все равно, сколько нас здесь поляжет. Ты видел новые Т-34? Ребята говорили о них. Серега сказал, что он уже водил. Правда, что ли? Наверное, въехал в стену, а? Парец, один из твоих самолетов был сбит над Сайд-Сити. Посмотри, выжили ли пилоты и забери секретные бомбы. Так, по крайней мере, тут атаку мы отбили. Ух ты! Какая вещь у меня. Так, пересечь мост и войти в Берлин. С удовольствием. Так, от машины подальше. Хреначат. А я не могу уйти. Не вижу. Сзади. Мне тут со снайперкой придется бегать, так понимаю. Нет, не развернуться туда. Кто-то по мне хреначит. Не вижу. И мне туда не забраться. Ну, что за блядство-то такое? Что, танк едет где-то? Не так. Ой, какая-то винтовочка-то слабая, хоть и снайперская. Так.
Блин. Так. Вот так. Так. Нету? Взрывчатки нету, представляете? Ё-моё, еще взрывчатку надо. Вот и все. И нет, убило. Да твою мать. Вроде бы пока удачно. Ва, наконец-то я хоть одного приложил. Так, минутку. Найти задание канцелярии. Подождите минуточку. Не спешите вы так быстро. Oh!
Твою мать. Все. Ой. Так. Ух. Напоминает игру, как она называется, это, блин, тоже играл, кстати, она у меня даже в записи есть. Как игра-то называется, это, блин, не Континенталь, а... Кто-то из него вылез еще. Так, сойдет. Вылазили. Вот так. Блин, а как называется это? Коллапс, коллапс называется. Вот что-то похожее в этом моменте есть в этой игре. Кто еще? Сзади могут атаковать, вот что могут. Так, мне найти здание канцелярии. Блин, как на ловушку выглядит. Понял. Сколько вот у меня бомб только осталось. Кто-то где-то бульбу еще что-то. Нет? Давайте. Вот так. Ну ладно, разобрались хоть с этими. Ой.
этими гнилыми существами хоть. Кто еще? Их не видно ни черта. И танк опять где-то. Подожди. Своего же. На эту штуку мне не подняться. Хорошо. Охренеть. Вот так вот. Нормально я в тебя всадил.
Опа. Найдите комбинацию к сейфу. Вон оно что. Так. Все понятно с вами. Перезаряжаем. Теперь что врагов и командира танка. А ну все. Вот такой красавчик я. Так, чтобы переключиться на пулемет. Ой-ой-ой-ой. Вроде сюда, да? А, все, понимаю, куда. Ну, блин, а мне ползти-то придется, да-да-да. Едем. Так,
охренеть, да, да. Внимательность нужна. Для меня, да? Полегче, да, маленечко, конечно, чем на ТБРДМ тут есть.
вот на этой хрени ехали тогда. С какого раза мы там, блин, только победили-то ее? Это же пипец. Невозможная хрень. А она разносит и танки, и пехоту, и все подряд. Сомневаюсь, конечно, что у немцев была такая хрень. Ни хрена себе, сквозь всего там пролетело. Так, советская разведывательная группа. Подождите, что-то я не понял. Меня почему-то размотали на пустом месте. Обойти это все дело.
внизу. Уничтожить Южный мост. Вот что надо было сделать. Ну что, смотри, на танк я прибыл. Какой я молодец. Сержант Барретт, вы слышите меня? Это капитан Монро. Если вы слышите меня, нам нужно, чтобы вы уничтожили дальний мост. Повторю, уничтожить дальний мост. Эти танки пытаются прорвать дорогу. Пока наши бомбардировщики не достигнут цели. Тогда подождите, тогда давайте вот так. Yeah.
выиграли мы или нет? Нет, ты хрена. Танк потерян, вы прав, я наоборот за него спрятался. Никак не взрывает. Баренц, нам нужны эти документы. Возвращайся к танку, Баренц. Конец связи. О, да я себя со стороны хоть вижу нахуй. Ого! Бомбардировщики. Падение Берлина ожидается со дня на день. Советские войска скоро покорят Германию. И солдаты поднимут свой флаг над Рейхстагом. Тогда долгая война, в которую была втянута Европа, будет окончена. Гитлер, который обещал народам Европы долгие годы боли, умер в своем бункере.
Скоро события этой войны войдут в учебники истории. Да только американцы забудут это. И наши дети узнают, как мы смогли достигнуть долгожданного мира. Сержант Джек Барренс, май 1945 года. Россия захреначила-то. Не надо, вытянула всю эту вашу войну. А чё, всё что ли? Так, коротенько, да? Ну что ж, как видите, на этом всё. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И рекомендую сыграть Medal of Honor на PlayStation 2. Пока!